Коллеги, всем добрый вечер. У нас уже 18:30, и мы с вами начинаем. Как видите из нашего слайда, который у нас с вами на доске, наш с вами сегодняшний семинар называется «Особенности построения бюджетных форм Microsoft Excel». Мы с вами находимся в центре компьютерного обучения специалист в комплексе «Бауманский». И, как видите, опять же из слайда, и записываясь на наш семинар, меня зовут Казакова Светлана Васильевна. В центре специалист я веду курсы блока «Финансовый менеджмент». Часть из вас уже были у меня на курсах. Это такие курсы, как «Управленческий учет бюджетирования», «Организация бюджетного контроля» в Microsoft Excel, «Финансовый анализ» и так далее. На нашем сайте вы можете ознакомиться с подробнейшим расписанием. Сегодня у нас с вами достаточно узкая тема. Это не только бюджетирование, но именно бюджетирование в Microsoft Excel. Какие подводные камни, какие плюсы-минусы есть в данном процессе. Я приветствую не только тех, кто у нас в аудитории, но и также у нас с вами есть онлайн-слушатели, у нас есть вопросы. Вижу, написала Оксана, очень хорошо. Давайте посмотрим, с какими вопросами мы сегодня с вами познакомимся. В первую очередь мы первые, наверное, я думаю, полчаса поговорим об использовании встроенных функций Microsoft Excel при построении операционных бюджетов, в частности, таких как бюджет продаж, бюджет производства, бюджет закупок материалов и так далее. Посмотрим, как можно упростить данный процесс и себе, и своим коллегам, что тоже немаловажно. Следующий вопрос – это взаимосвязь операционных бюджетов и построение сводных бюджетов, к которым у нас относятся бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств и прогнозный баланс. И в заключение мы рассмотрим такой вопрос, как автоматизация процесса бюджетирования при помощи Microsoft Excel. Именно эти три вопроса и были заявлены в программе нашего семинара. Как видите, начнем мы с использования встроенных функций. Для того, чтобы использовать встроенные функции, что позволит вам в дальнейшем значительно сократить время на бюджетирование данного процесса, я рекомендую использовать следующий алгоритм построения бюджета. В первую очередь необходимо разработать шаблон планирования. Обратите внимание, не шаблон бюджетирования, с чего начинают многие аналитики, на мой взгляд, именно отсюда они начинают приобретать плохую репутацию на своем предприятии, ссориться с коллегами и так далее, а именно шаблон планирования. Кстати, смотрю, многие принялись писать. Коллеги, презентацию, которую вы видите на доске, а также все те файлы, которые я буду создавать по окончании занятия, все получат в электронном виде. То есть я, те, кто в аудитории, я вам сброшу на компьютер, а вы сможете либо на флешечку, либо отправить на почту. Те, кто в режиме вебинара, отправлю на электронную почту, поскольку ваша электронная почта у нас есть. Если память механическая, то есть записали, тогда запомнили, тогда, конечно, пишите все, что считаете нужным. Итак, посмотрите, именно шаблон планирования. Что это значит? Ну, давайте начнем с самого вот простого бюджета, бюджет продаж. С чем сталкиваюсь при бюджетировании на предприятии? Специалист-аналитик вызывает, ну, садится вместе на планерке, будь то там на совещании с коммерческим директором, с начальником отдела продаж, то есть с тем руководителем центра финансовой ответственности, который эти самые продажи составляет, и дает ему сложный фактически шаблон бюджетирования, где отражены все расходы, доходы по данному подразделению, говорит, иди и составляй. Финансисты, мы с вами, а ни в коем случае не руководитель, отвечающий за продажи Центра финансовой ответственности. Мы с вами. Его задача выполнить некий определенный показатель, который ему поставило руководство. Как правило, это объем продаж. И всегда у этого объема продаж есть некая единица измерения. Будь то штуки, килограммы, километры, человека, часы, если это оказываемые услуги. Всегда это чем-то измеряется. Обратите внимание, когда я привожу примеры, я не говорю о деньгах. Я говорю о единицах измерения. Поэтому и пишу шаблон планирования, потому что когда у нас деньги, это уже будет бюджет. Именно это позволит вам упростить работу и найти общий язык. Давайте посмотрим, как может выглядеть наш шаблон. Ну, я вот сейчас нашу презентацию сверну и сейчас как раз-таки создам абсолютно с нуля файл в Excel. И посмотрите, уж если мы с вами говорим о создании шаблона для некого отдела продаж, то большинство предприятий всегда ведет бюджетирование в разрезе
по месячным. Если вы ведете в другом горизонте временном, то, пожалуйста, используйте свой временной горизонт. Я использую горизонт в месяцах. Обратите внимание, в дальнейшем, чтобы удобно было использовать данный шаблон для автоматизации, рекомендую вводить именно датами, не месяцами, а датами. Ну вот, в частности, по горизонтали стандартно у всех из нас будет этим, еще раз повторюсь, временной горизонт. Я буду использовать помесячный, поэтому я введу дату 01.01.2016, ну, предположим, мы готовим бюджет на следующий год, а далее я буду менять месяц, то есть 01.02 уже 2016. Это мне позволит, посмотрите, далее, если я сделаю арифметическую прогрессию, я вот таким образом дойду до декабря 2016 года. Конечно же, вот такие даты видеть в заголовках своих столбцов вам будет непривычно. Excel позволяет менять формат, и через переход формата, смена формата ячейка, чтобы увидеть только месяц, вот таким образом, мы с вами видим привычные месяцы. Но при этом на самом деле в ячейке, как вы видите, остается дата. Собственно говоря, если вы, горизонт бюджетирования у вас больше года, то в данном случае, если я далее потяну дальше, да, у меня появится... Сейчас, одну минуту. Следующий январь. Но обратите внимание, несмотря на то, что и здесь январь, и здесь у меня январь 16, а здесь январь 17. Excel всегда различит эти два января. Вот для чего нам это нужно. А вот дальше посмотрите, на самом деле, чтобы обеспечить комфортное общение себе с коллегами, то есть с теми руководителями Центра финансовой ответственности, с помощью которых вы будете готовить бюджет, главное разобраться, а что же у вас будет в первом столбце по вертикали. Если говорить о бюджете продаж, то задавайте в первую очередь вопросы такого рода, как, уважаемый коллега, а как вы планируете свою деятельность, как вы контролируете, как вы определяете, насколько успешны, неуспешны ваши сотрудники. И у каждого руководителя будет свой ответ. Кто-то будет бюджетировать в разрезе товаров. Как правило, это если номенклатурный перечень небольшой. И тогда у вас может появиться, как пример, список, который будет состоять некий товар 1, товар 2, товар 3, как вариант. То есть вы будете по товарам, ну, либо по услугам, услуга 1, услуга 2. Если номенклатурный перечень большой, то иногда бывает по ассортиментным группам. То есть не товар 1, а группа товаров. Ну, предположим, если это продуктовый магазин, то вести бюджетирование в разрезе каждого наименования, ну, это будет миллион наименований. Но с точки зрения, посмотрите, выручки, расходов, доходов, ну, скажем, если я беру йогурты, то абсолютно все равно, это будет йогурт с вишневым наполнителем или йогурт там, с абрикосовым наполнителем. Я могу просто написать «йогурты». И они будут мериться баночками, иметь определенную торговую наценку и так далее. То есть это все товарная классификация, говорю, может быть либо товар один, либо, соответственно, номенклатурная группа. Снова один и так далее. Их может быть несколько. Иногда встречаю случаи, когда бюджетирование проводится не в разрезе товаров. Но посмотрите, когда мы говорим о монобрендовых или монотоварных компаниях, а есть такие, которые являются либо сами производителем, продают свой товар, либо являются дилером определенного производителя, тогда они могут вести бюджетирование, посмотрите, предположим, по филиалам. И тогда я при подготовке бюджета буду, опять же, делать разрез филиал 1, филиал 2, филиал 3. С таким же успехом можно филиал заменить на отдел. То есть если у меня есть, опять же, номенклатурные группы могут распределяться по отделам. Я могу написать отдел там, техники, отдел запчастей, отдел оказания услуг. Понимаете? То есть в разрезе. И так далее. Если мы, например, продаем гигабиты... Что продаем? Гигабиты.
Гигабиты. Опять же, трафик, посмотрите, вот хороший вопрос. Если продукция одна, но наверняка есть разные условия предоставления. И вполне возможно, в таком случае классификация может вестись по клиентам. Даже, знаете, тип клиента, правильнее сказать, тип клиента 1, тип клиента 2. Что я имею в виду? Ну, предположим, если мы продаем гигабиты, у вас вполне возможно будет юридические лица, физические лица, поскольку тарифы для них разные будут, программы разные. Может быть, вы будете вести по тарифам, тогда это по услуге. Тариф такой-то, тариф такой-то, тариф такой-то. Первый. Иногда это может быть, вот если тип клиентам торгующей организации, иногда они выделяют дилеры, оптовики, розничные продажи, поскольку условия будут разные, как в цене, так и по оплате. То есть главная ваша задача, коллеги, я сейчас даже и не перечислю все эти условия, их будут десятки. Главная ваша задача в беседе со своим коллегой, который возглавляет данный центр финансовой ответственности, а мы сейчас говорим об отделе продаж, выяснить, а в каком разрезе данное подразделение планирует и контролирует свою деятельность. И вот это будет ключевым вашим аспектом в работе. И, собственно говоря, у вас появится вот такой шаблон, что из этого войдет. Я тут перечислила много, на самом деле у вас будет один из разрезов. Еще раз повторюсь, это могут быть товары, будьте здоровы, могут быть номенклатурные группы, могут быть типы клиентов, может быть клиенты поименно. Есть организации, которые изначально созданы для обслуживания там, 2-3 крупных клиентов, и, соответственно, мы знаем, какие объемы они будут выбирать на следующий год и так далее. Главное, посмотрите, чтобы данная таблица у вас была именно планом, а не бюджетом. Не заставляйте коллегу составлять бюджет. Поэтому я его назову, предположим, план продаж на 2016 год. И в некой единице измерения, ну, предположим, сейчас я составлю в штуках, у вас это может быть в гигабитах, может быть, если это строительство, в кубометрах, там, услуги там, в квадратных метрах, в человеко-часах. Главное, чтобы была некая единица измерения, в которой вы померите фактически исполнение данного плана. И давайте представим, что у нас с вами... Ну, я вот теперь оставлю товарные наименования. Появился некий план, говорю, в штуках. Я сейчас, чтобы упростить себе задачу, знаете, поступлю просто. Вот сюда задам прогрессию по 1000, а сюда, предположим, по 100. Ну, я думаю, все поняли, главное получить некие цифры. И вот у вас постепенно получается заполненный план продаж в неких цифрах. Собственно говоря, это первая часть информации, которая вам нужна от вашего коллеги, коллеги, возглавляющего отдел продаж. Давайте еще раз обращаю внимание, главное в единицах измерениях, не в рублях. Получить некий план. Во-первых, эти цифры ему хорошо известны, именно за эти цифры он отвечает, и, как правило, это не вызывает затруднения. Следующее, посмотрите, разработали мы шаблон планирования, то есть всегда у нас строка – это временные рамки, а по вертикали мы с вами используем разрез планирования. Следующее, мы должны с вами определить перечень влияющих на финансовый показатель фактора. Ведь наша задача, ну, если мы составляем с вами бюджет продаж, прийти к этому бюджету продаж, который будет измеряться, безусловно, в денежной единице. Ну, в Российской Федерации это в рублях. Так как же от штук перейти к рублям, то есть к выручке? Ведь наша задача получить цифру выручки. И посмотрите, чтобы составить перечень влияющих на наш конечный финансовый показатель фактор, я снова вернусь к нашему файлу в Excel и посмотрите, что сюда может попасть? Конечно же, у всех будет цена влиять. То есть, чтобы получить выручку, мы должны наши некие штуки, ну, килограммы, километры, что мы с вами реализуем, перемножить на цену данного товара. И вот важно, чтобы вы при подготовке бюджета это умножение делали не где-то в таблице, а для каждой формы, которая, вот показатель, который влияет,
придумали свою таблицу. То есть посмотрите, ну какая может быть формула выручки? Ну как минимум штуки умножить на цену. Соответственно, мне потребуется вторая таблица стоимость, ну либо товаров, либо чего, гигабитов, либо кубометров, то есть того, что мы... Соответственно, я подготовлю табличку... Минут, что угодно. Стоимость, ну, у меня, поскольку товар 1, товар 2, товаров на 2016 год. Я сделаю вот такую табличку. И посмотрите, вот теперь, когда у меня шаблон есть, то фактически я использую тот же самый шаблон, но теперь у меня будут не штуки в данной таблице, а цены. Причем, посмотрите, тут уже у нас будет в рублях, ну, в моем примере, поскольку я работала с штуками, то это будет за штуку. У вас, еще раз повторюсь, говорю, килограммы, километры, минуты, человека, часы, может быть, поездки, может быть, заказы, проекты. То есть, что, в чем вы меряете свою эффективность, что вы реализуете. Соответственно, посмотрите, цены у вас могут быть как неизменны на протяжении года, так и меняться. Ну, я сейчас все товары, предположим, для упрощения проставлю некие цифры, чтобы вы потом могли посмотреть, как это меняется. Они у меня, цена в данном случае фиксирована на весь год, но в большинстве случаев они у нас меняются. Далее, что может оказать влияние еще на формирование выручку? Вот сейчас пока я предполагаю, как минимум у всех из нас будет формула выручка равна количеству, умноженное на цену. А далее посмотрите, у кого-то из вас добавятся еще к этой цене некие условия. Если мы с вами, посмотрите, продаем объемы, то, предположим, при заказе такого-то объема предоставляется скидка. То есть вполне возможно появится, я не буду сейчас строить таблицы, они строятся по аналогии, я вот так сделаю, чтобы вы потом не забыли, таблица скидок, и она может быть предоставляться при наступлении разных параметров. Может быть, она будет в зависимости от объема, который выкупает наш клиент, может быть, в зависимости от типа клиента. Ну, предположим, мы дилерам даем одну скидку, соответственно, при умножении на цену нужно эту скидку учитывать, оптовикам другую, физлицам не даем скидок. Даже, может быть, от названия клиента, с одним договорились? Да, может быть, не от типа, но опять же, это вы знаете как, если от названия клиента, тогда и бюджетировать мы должны по клиенту. То есть, если у нас бюджетирование велось клиент А, клиент Б, клиент С, и мы с ними имеем контракты, на, ну вот мы газ продаем в разные страны по разным ценам, вот соответственно, да, фактически цена клиентская. Тогда да, в зависимости по типам клиентам, в зависимости от объема, может быть в зависимости от условия оплаты. То есть вот такая цена у нас при условии 100% предоплата, а если отсрочка платежа, тогда наступают другие условия оплаты. От типа клиента, условия оплаты и так далее. Я напишу, коллеги, опять же, всех переменных, которые могут быть в вашей формуле, приводящей к выручке, перечислить нельзя. Это нужно именно, опять же, выяснить в беседе с руководителем данного центра финансовой ответственности, который отвечает вашей компании за продажи. И, соответственно, если у вас вот эти коэффициенты есть, а иногда, знаете, бывает цена, если компания работает на всю Россию, на весь мир, цена иногда диктуется регионом. И бюджетирование может вестись в разрезе регионов, то есть там в Уральский округ мы планируем столько-то штук, там в Сибирский столько-то, в Центральный, Федеральный, и цена определяется. То есть сколько у вас переменных внутри формулы выручка, столько таблиц у вас и должно появиться. Вот, собственно говоря, ваша задача, по большому счету, с руководителем Центра финансовой ответственности вместе составить, заполнить данные таблицы. И не более того, не просите данного руководителя заполнять вам бюджет. Еще раз повторюсь, мы с вами финансисты, данный человек нет. Собственно говоря,
все таблицы скидок я напишу и, вы знаете, добавлю и другие формы, потому что я не знаю, сколько у вас будет форм. Вполне возможно, от норм загрузки, от условий отгрузки цена будет определяться, от количества, от чего угодно. Но сколько у вас этих критериев, столько табличек у вас появится и должно. У меня, поскольку это учебный пример, посмотрите, я наши таблички привела на одном листе. В жизни, скорее всего, это у вас будут достаточно объемные материалы, и они будут идти либо на разных листах, если уж не совсем объемные, вполне возможно, это будут разные книги. Давайте пойдем далее. Посмотрите, мы определили перечень влияющих на финансовый показатель факторов. В данном случае все те переменные, которые у нас есть в нашей формуле. Далее посмотрите. Необходимо разработать, как вы видели, шаблоны для каждого влияющего на финансовый показатель фактора. Но если это от вида отгрузки, то напишите, какая отгрузка у вас бывает и какая цена или какой коэффициент. То есть если самовывозом, то цена остается такая. Если мы везем, то, предположим, наценка там 1,1, то есть плюс 10%. Если отсрочка, может быть, плюс 20%. Если это скидки, то опять же, при объеме таком-то, то есть мы тогда уже объем в штуках и размер скидки. То есть каждая форма требует своего шаблона. И опять же, шаблон разрабатываете вы, руководитель отдела продаж, его только заполняет. И опять же, ребят, рассчитывать, что они сделают это профессионально в Excel, это утопия. Распечатайте, пусть ручкой в вашей табличке напишут. Карандашиком. Главное, чтобы у вас эти фактические данные были. Если коллега владеет Excel, то, конечно же, пусть заполнит табличку в Excel. Нет, не страшно. Это не повод для усложнения вашего процесса. После того, как у нас шаблоны разработаны, важно установить взаимосвязь между планированием, то есть нашей верхней таблицей, которую мы оставили, и влияющими формами, и создать формулу. Вот в моем примере, если я вернусь в Excel, формула достаточно простая. Будут штуки, умноженные на цену. В вашем случае, если есть умножить на скидку, умножить на условия доставки, может быть вычесть там условия там, контракта, а может быть прибавить условия контракта, если данная компания взяла на себя еще некие обязательства. То есть формула может оказаться достаточно большая. И как только вы поняли, главное, чтобы вы сами понимали эту формулу, можно перейти к составлению бюджета продаж, то есть выручки. И посмотрите, пожалуйста, для подготовки бюджета продаж, опять же, я использую тот же разрез. Единственное, посмотрите, какое у нас отличие будет. Теперь я сделаю уже бюджет продаж. Очень многие при бюджетировании используют простые формулы. Безусловно, на начальном этапе это помогает облегчить себе жизнь, но чем сложнее ваша задача, чем больше объем бюджетирования, тем выше риск, что Excel вас подведет. То есть, посмотрите, большинство слушателей используют формулу. Ну вот если мне сейчас нужно получить, на какую сумму мы продали товара 1 в январе, то многие делают следующим образом. Вот таким образом. Штуки умножают на цену. Собственно говоря, в нашем примере данные корректны. Соответственно, я могу посчитать помесячно, могу посчитать потоварно и могу посчитать итого. Вот если формы бюджетирования простые, ну как вот в нашем примере, то есть номенклатурная группа небольшая, там у вас 5 товаров, и вы легко можете проверить глазками, то, конечно же, этой формулой воспользоваться можно. Но вы знаете, я фактически уверена, что если бы ваши бюджеты выглядели вот так из 5 строк, то вы бы не оказались на этом семинаре. Скорее всего, они у вас намного сложнее. И в чем подвох? Посмотрите, если у вас в одном файле, в одной книге был план продаж, в другом,
другой книге была стоимость, которую вам прислал отдел ценообразования, в третьей книге утвержденная скидочная программа или программа лояльности клиентов, присланная отделом маркетинга, разработанная и так далее, то вот эта формула может стать ловушкой. Почему? Потому что ваши коллеги могут по-разному назвать один и тот же товар, и Excel на это не среагирует. Вы ячейку умножили на ячейку. Они могут разместить в разном порядке. Понимаете, в одной таблице у меня идет товар 1, 2, 3, 4, 5, а в другой товар 5, товар 7. То есть маркетинг по-другому распорядился, по номенклатурным группам рассортировал и так далее. И вы пальчиками, особенно если у вас номенклатурный перечень 300 товаров, будете искать очень долго. Я вас уверяю, есть риск промахнуться. И тогда сумма получится некорректной. Так вот, чтобы автоматизировать бюджет, вот здесь рекомендую использовать такие функции, как ВПР, если у вас в средней сложности бюджет, КПР, я думаю, с ними многие знакомы, либо же универсальной для всех случаев является функция индекс. И мы сейчас с вами данную табличку составим при помощи уже продвинутой формулы, которая универсальна. Я, знаете, вот так поставлю звездочку, чтобы потом у вас данная формула также сохранилась. Посмотрите, да, у нас с вами по-прежнему, мы с вами понимаем, чтобы получить нашу выручку на 2016 год, нам нужно как минимум наши штуки умножить на нашу цену. Соответственно, когда мы составляем с вами бюджет, ну, предположим, для товара 1 и января, я понимаю, что мне нужно сначала в плане продаж найти штуки. И я тогда буду использовать следующее. Равно индекс. Кто не знаком с синтаксисом данной функции, очень рекомендую посмотреть. Она может значительно облегчить вашу жизнь. Но для тех, кто уже знаком, напомню, фактически это команда Excel. Покажи мне некие данные из некой таблицы, и мы задаем координату из такой-то строки, из такого-то столбца. Ну, думаю, многие из вас играли хотя бы раз в жизни в морской бой, и когда мы стреляем, мы говорим там А10, и ваш товарищ говорит там убит, ранен, мимо и так далее. Фактически эта функция делает то же самое. Вы говорите из вот этой таблицы и координату ячейки. Excel показывает что-то. Вот если я хочу найти штуки, ну, часы, килограммы, в чем мы бюджетируем с вами, планируем товара в январе, то индекс из какой таблицы я хочу посмотреть? Я хочу посмотреть из таблицы продаж. Поэтому я выделю всю таблицу продаж. Профессионалы знают, что необходимо сразу закрепить клавиши F4. Далее, это из какой таблицы? Вот те, кто умеет использовать именованный диапазон, лучше сразу так и писать. План продаж. Покажи мне из плана продаж. Далее, нам нужно сообщить номер строки. А вот номер строки мы не знаем. Номер строки нам нужен тот, в котором содержится наименование, но в моем случае это товара 1. В вашем случае может оказаться клиента 1, региона, филиала, чего угодно. Поэтому я использую функцию поиск позиции. И искать я буду наш товар, так как у нас наши товары все идут, ну, либо филиалы в одном столбце, то здесь закрепление столбца тройным нажатием F4. А ищем мы всегда в первом столбце выделенной таблицы. Я выделила таблицу. План продаж. Первый столбец у меня – это А2, А9. Его нужно зафиксировать. Обратите внимание, всегда можно себя проконтролировать. Вот у меня таблица выделена А2, М9, а ищем первый поиск позиции всегда в первом столбце. Соответственно, видите, А2, А9 – столбец первый, а цифры повторяются. И при бюджетировании мы всегда ищем только точное совпадение. Поэтому 0, скобку закрываю и точка с запятой. В данном случае поиск позиции сообщил Excel строку, которую нам нужно. То есть любой нужный нам товар, филиал,
Иногда мы планирование в отделе продаж ведется по фамилиям, менеджер Петров, Сидоров, Иванов. То есть в зависимости от того, что нам нужно получить, его найдут. А теперь далее посмотрите, у нас же каждый месяц будут разные показатели. Нам нужно найти штуки, килограммы именно для этого месяца. И именно название месяца определит номер столбца. Поэтому для определения столбца я снова использую поиск позиции. Но теперь я ищу наш месяц бюджетирования, но в данной ячейке это январь. Поскольку у меня все месяцы, и у вас будет то же самое в жизни, расположены в одной строке, то по правилам смешанных ссылок я фиксирую именно строку. Двойное нажатие F4. И искать мы всегда будем в первой строке выделенной таблицы, но в нашем случае план продаж. Посмотрите, вот если здесь у меня была таблица А2М29, то у меня будет А2М9. Давайте убедимся в этом. Вот она, моя первая строка нашей таблицы. То есть посмотрите, и всегда F4, когда диапазоны. И точное совпадение. Данный поиск позиции сообщит нам номер нужного нам столбца. Ну и, соответственно, дважды закрываем. Посмотрите, пожалуйста, если я сейчас еще раз посмотрю на подсказки Excel, то видите, в качестве таблицы мы выделяем весь наш план продаж, ищем товар всегда в первом столбце, ищем месяц всегда в первой строке. Какой бы он у вас ни был, если это в отдельном файле на 2000 строк, на сотню столбцов, это правило все равно будет работать. Собственно говоря, данная формула сообщила нам сейчас только штуки. А наши штуки мы должны умножать на цену. Поэтому теперь умножить, и, коллеги, чтобы не терять время на чтение Excel 2, Excel 3, вам, я думаю, все заинтересованные лица могут посетить данные курсы, я вот таким образом скопирую предыдущий индекс и вставлю после знака «умножить». И посмотрите, ну теперь-то, сейчас, если я оставлю так, у меня будут штуки, умноженные на штуки, а мне нужно штуки умножить на цены. Поэтому во втором индексе мне нужно искать в нашей присланном отделом ценообразования стоимости. А это у меня, если мы сейчас с вами вместе посмотрим, стоимость товаров, видите, у меня вот она табличка, она идет с 21 строки по 28. Поэтому я поменяю во втором индексе координаты 21, 28. Видите, вот у меня Excel выделил табличку. Снова. Ищем мы по-прежнему наш товар, но теперь ищем в первом столбце выделенной новой таблицы. Это снова 21, 28. Соответственно, вот здесь 21, 28. Ой, не там. Здесь 21, 28. Так, не там по правилам. Не здесь. И второе не здесь поправила. Так, здесь было сейчас А2, А9. Вот здесь было правильно. 9. Вот здесь мы 21, 28, А45 мы ищем А21, А28. Вот теперь правильно. Сейчас я покажу. Так, А45. А21, М28, да. Ищу А45, А21. Подождите, А2, М... А, вот я где М9. Пропустила. Не М9, а у нас было М9. Вот здесь. Да. А2, А9. Вот теперь правильно. А2, М9. М2. Теперь правильно. Давайте сейчас проверю. Да. Здесь все правильно. И здесь теперь посмотрите, вот она у нас таблица, вот у нас первый столбец. Теперь нам во втором поиске позиции нужна строка. То есть будет А21, М21. Вот она. То есть в любой, соответственно, посмотрите, если дальше у вас условия скидок, то снова умножить на таблицу скидок
И снова ищем в первом столбце, в первой строке. Будет еще условия доставки, предположим. Снова таблица доставок, первая строка, первый столбец. То есть всегда этих аргументов будет сколь угодно много. И вот теперь я могу нажать Enter, и посмотрите, я получу абсолютно ту же таблицу. У многих из вас встанет вопрос, а зачем так усложнять? Коллеги, а вот давайте посмотрим. Давайте представим, что в стоимости товаров, ну, предположим, отдел ценообразования назвал этот товар по-другому. Но вместо товара 11 написал товар 1, написал товар 1.1. То есть, ну, некая модификация уже появилась. Посмотрите, первая таблица у меня на это не среагировала. И потом при уже планфактном анализе, когда я буду в ценах искать, я не найду и я не смогу контролировать, мне придется делать вручную, считать на калькуляторе. А вот вторая таблица, посмотрите, профессиональная, она среагировала, она мне говорит, не найдено. То есть на этапе бюджетирования я уже вижу, что-то у меня не так. Как минимум я могу положить свои таблицы и уже по именно данную позицию искать. Я знаю, по какой позиции не так. Либо если у меня будет опечатка в месяц, тогда у меня по столбцу будет не найдено. И тогда я выясню, где ошибка. Иногда ошибка кроется в банальнейшем. Глазками вы никогда бы этого не нашли. Стоит лишний пробел. Буква набрана в одном варианте на русском, в другом на английском. Многие буквы О, А, там, скажем, а, да, они идентичны. А вот здесь вы сразу видите, где опечатка, где ошибка, если цены на этот товар нет, если порядок поменялся. Вот посмотрите, в данном случае у меня МД, то есть не найдено. Второй вариант, посмотрите, если бы у меня поменялось, вот посмотрите, тут у меня товара с 1 по 7, а здесь я наоборот поменяю, здесь будет товар 2, а вот здесь будет товар 1. То есть очередность изменена. Опять же, первая таблица на это не среагировала, вторая среагировала, посмотрите. Она нашла, то есть Excel сам находит нужный вам товар в нужном вам месяце, сколько было единиц измерения, и находит второй показатель. То есть вероятность ошибки вот теперь минимизирована, ну фактически сведена в нулю. Поэтому формулы при использовании, сейчас я сделаю откат, при использовании именно индекса и поиск позиций, они универсальны. Причем вот этих аргументов будет именно столько, сколько вспомогательных таблиц вы создадите, сколько аргументов у вас в выручке. Далее обратите внимание, также иногда у нас бывает, что условие изменяется не в виде таблицы, а, ну, вот скажем, если бы, предположим, у нас была таблица скидок, которая зависела от количества продаваемого товара. Ну, предположим, мы работаем с одним клиентом, и если в месяц сумма месячного заказа составляет более чем, то есть при наступлении определенного условия, то скидка предоставляется. Тогда у нас также с вами может закладываться еще, если есть такие условия для коэффициента, функция «если». Ну, посмотрите, предположим, если бы у меня появилось условие, ну, сейчас давайте посмотрим, я вот здесь напишу итого, и посчитаю наш месячный объем, чтобы сориентироваться. Так, ну вот, скажем, предположим, если больше 30 тысяч, то предоставляется скидка. У нас есть вопрос, пропал. Как можно стоимость умножать на количество? Цена-то, Полина Капитонова спрашивает, как можно стоимость товара за единицу, это его цена. Имеется в виду цена, но поскольку у нас цены всех товаров, видите, стоимость товаров в рублях за штуку. У вас может быть килограмм, километр и так далее. Теперь посмотрите, если у нас есть некое условие, ну, предположим, скидка, и условие у нас звучит так, что если, как мы с вами в нашем примере посмотрели, более 30 тысяч, то скидка, ну, предположим, 10%. Если бы у нас с вами было такое условие, то посмотрите,
фактически мне нужно в каждом месяце проверить месячный объем. И тогда формула, посмотрите бы, как звучала. Я не буду таблицу переделывать, я вот только одну формулу введу. То есть фактически к моему бы индексу добавилось бы еще, я бы умножила. И теперь вот функция «если» я буду проверять. Если и далее, посмотрите, я проверяю месячный объем. Специально придумала не заказ по товару, а месячный объем. Если мы для всего месяца, ну вот предполагаем, что это месячный объем, а не заказ клиента, что ведь он суммарно заказывает, то у меня месячный объем, они, посмотрите, они в одной строке. Тогда я фиксирую строку. Ой, промахнулась. Вот так. Больше, если наш месячный объем больше нашего параметра 30 тысяч, который я фиксирую, то посмотрите, пожалуйста, на что мы будем умножать? Мы будем умножать на единица минус наша скидка, то есть 10%. Если же не меньше или равно, то умножаем просто на единицу, то есть цена остается без изменения. И посмотрите, сейчас я нашу формулу по-прежнему скопирую. Она будет реагировать. Так, у нас товар. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И сейчас вот я посчитаю суммы, чтобы вы убедились. Посмотрите, да, у нас объем более 30 тысяч начинается с августа месяца. То есть со столбца И. Обратите внимание, именно со столбца И, если вот у нас данные суммы, сейчас одну минуту, так вам будет легче сравнить. Посмотрите, вплоть до и аж совпадают абсолютно, а вот здесь уже пошла 10% скидка. То есть Excel проверил. То есть если у вас есть некое условие, при наступлении которого правило начинает действовать, тогда добавляйте функцию «если». Причем, конечно же, условий у вас этих может быть много. Ну, предположим, если и объем вот такой, регион не дальше там тысяч километров, тогда мы внутри «если» будем использовать «и», а может быть «или». Объем вот такой и регион, или там такой, или такой, или такой. Это уже наши логические функции. И тогда наш бюджет будет составляться профессионально. Причем именно составление данных шаблонов позволит нам с вами перейти к автоматизации процесса бюджетирования. Каким образом? Ну, посмотрите, ведь вот данная таблица, где у меня бюджет продаж, это вычисление, здесь формулы. Мы же тут с вами ни одной ячейки ручками не ввели, цифры. А мы с вами заполнили вот этот диапазон, заполнили стоимость, цена, как правильно меня поправили, может быть, заполнили, если у нас некие условия, и далее на них ссылались. Соответственно, как только я в следующем году, мне нужно будет составить бюджет продаж, все, что мне нужно сделать, вставить новые штуки, вставить новую стоимость, ну и если отредактировать условия, может быть, они у нас поменялись, может быть, у нас добавились, а вот уже эта табличка у меня будет считаться автоматически. То есть фактически получится, как только наши центры финансовой ответственности, ну скажем, продажи прислали штуки, отдел ценообразования, цену, маркетинг, программу лояльности, может быть, логистика, требуемые затраты, и все остальное рассчитается само. Все, что вам осталось, загрузить эти данные и поменять ссылки. Если мы ссылаемся с вами на разные документы, то поменять ссылки, как вы знаете, очень легко. Мы складки данные, изменить связи, мы устанавливаем новую связь на другой документ, и наши формулы сами обновились. Ну, поэтому было бы проще имена все-таки таблицам дать, чтобы потом не разбираться, что у нас там где было. Вы знаете, здесь уж как могу сказать, если вы работаете, я сейчас написала в презентации, для так называемых продвинутых пользователей с именами, безусловно, легче.
Не всем одинаково хорошо даются именованные диапазоны, тогда можно и на файлы, понимаете, у меня был бюджет продаж, план продаж 15, появился план продаж 16. Я поменяла ссылку, и формулы, они все правильно, корректно подтягивают. Соответственно, давайте мы вернемся к нашему алгоритму. Итак, мы разработали шаблон планирования. Коллеги, ключевое, что это делается в единицах измерения, не в рублях. Определили перечень влияющих показателей. Говорю, это может быть, у всех будет цена как минимум, как максимум, это различные роды скидок, наценок, которые зависят как от условий оплаты, условий предоставления, условий доставок, формирования заказа, объема и так далее. Разрабатываем формы для каждого показателя, устанавливаем взаимосвязь и только после этого готовим соответствующий бюджет. Сейчас мы с вами посмотрели это на примере бюджета продаж. Но посмотрите, далее вот у нас в качестве примера я также рассматриваю производство, закупок, материалов и так далее. Вот теперь посмотрите, алгоритм будет тот же самый. Ну давайте вернемся к нашему примеру. Посмотрите, у меня есть план продаж. Соответственно, чтобы... Я сейчас сделаю копию. Данный лист назову бюджет продаж, он у меня был, а следующий, предположим, бюджет производства. Посмотрите, пожалуйста, чтобы составить бюджет производства, будет тот же самый алгоритм. Сначала нужен план, то есть у меня будет не план продаж, а план производства. Ну вот далее мне вот эти таблички пока не нужны будут, я их смело очищу. И посмотрите, вот здесь, как правило, тоже все формулы будут расчетные. Спрашивается, а что же нам нужно от производственного директора, от начальника отдела производства? А снова нужно сесть с ним и поговорить, и выяснить алгоритм. А как производится продукция? Ну, предположим, ваш начальник производства может сказать, что чтобы товар один продать в январе в нужном объеме, а у нас с вами это 1000 штук, ну, предположим, у нас, нам с вами скажут, у вас появилось, что это зависит от срока производства. Я могу составить такую табличку, как сроки производства. То есть мы опять ищем с вами факторы. И это может оказаться в днях, может оказаться в неделях, в месяцах. Ну, предположим, я приведу пример в днях. И, предположим, товар один нужно 10 дней, далее 20, ну, так, нет, что-то погорячилось, ну, предположим, 12, и вот так срок будет удлиняться. У вас может оказаться, что если, может быть, в режиме онлайн изготавливается день в день, тогда у вас бюджет продаж будет соответствовать бюджету производства. Сколько нужно продать, столько мы и производим. Но если есть такие показатели, как срок производства, то ваш план производства всегда будет отличаться. И вот здесь на что хочу обратить внимание. Ваша задача – получить вспомогательную таблицу. И ни в коем случае, опять же говорю, не просите составлять эту таблицу начальника производства. Он где-то в элементарном умножении 2 на 2 или там количество дней минус дни ошибется, вы никогда не найдете эту ошибку, когда она уже в числах. Просите алгоритм. И вот посмотрите, у нас это сроки производства. Как мы можем тогда составить план производства? Ну, посмотрите, я сейчас... Нам уж если, давайте я сейчас вот для упрощения не в днях, а предположим в месяц, ну или пусть будет в днях. Чтобы составить, когда у нас в днях меряется срок производства, нам нужно количество дней в каждом месяце. Ну давайте, предположим, возьмем этот месяц, так, 16-й год, кто у нас помнит 16-й год високосный? Високосный? Так, подождите, почему он у меня... А, формат. Сейчас формат ячеек, числовой. Это что?
Тогда 29, да, будет в 16 марта, тогда 30. А? 31, далее 30, ну и так далее. Мы проставили некое количество дней в каждом месяце. Для чего нам это нужно? Ну вот посмотрите, у нас с вами сейчас пример я рассматриваю. Нет предыдущей деятельности, поэтому январь я не буду рассматривать, потому что у нас был бы остаток. А вот скажем, в феврале посмотрите. Я за 10 дней, на 10 дней февраля товаров 1 произвела в январе заранее. Соответственно, посмотрите, сколько товара мне нужно произвести на сколько дней в феврале. Если у меня срок изготовления 10 дней. Мне нужно на 19 дней февраля, логично, потому что 10 дней мы произвели с вами. Так, некоторые потеряли нить разговора. Тогда посмотрите, хорошо, давайте представим, у нас стартап. То есть нет предыдущей деятельности, нет остатков. Тогда посмотрите, получается, если у меня срок производства вот такой длинный, то в январе я ничего не продаю. Давайте вот так представим. Начинаю продавать с февраля. Соответственно, в январе мне нужно товара один произвести на 10 дней, запас сделать, чтобы я могла начать продажу. Товар 2 за 12 дней я должна начать производить и так далее. То есть фактически, смотрите, какая у меня будет формула. Сколько штук нужно произвести? Равно, я беру из бюджета продаж. В феврале я хочу продать 1100 штук товара 1. Но у него срок производства 10 дней. Соответственно, на 10 дней февраля я должна еще в январе сделать. Понимаете сейчас, о чем речь? А сколько штук я в день продаю? Я нашу норму делю на количество наших дней в феврале. Но здесь у меня календарное, предполагается, что мы работаем круглосуточно. Если мы работаем по рабочим дням, тогда количество рабочих дней у вас будет, но тогда и срок изготовления у вас будет в рабочих, как вы понимаете. Фиксирую строку. Это я узнала, среднюю дневную норму продаж в феврале. А мне нужно на 10 дней. Соответственно, умножить на наши 10 дней. И здесь я зафиксирую столбец. Вот у нас с вами и получается, я сейчас сделаю округление до, мне соты не нужны, что чтобы продать 1100 штук в феврале, мне 379 штук еще в январе нужно сделать, чтобы я могла 1, 2, вплоть до 10 продавать. А вот других товаров, видите, фактически вот товар 7, на 22 дня, поэтому у нас, видите, здесь 5310, из 7000 5310 мы должны произвести, потому что срок изготовления 20 дней и так далее. А вот когда я буду говорить о феврале, то у меня теперь, посмотрите, по товару 1, за 10 дней февраля я произвела в январе. Соответственно, непосредственно в феврале, 1 февраля я приступаю уже к 11 дню продажи. Потому что 10 дней буду изготавливать, и на 11 продавать. Понимаете? Поэтому мне нужно, как вы понимаете, раз в феврале 29 дней, из них 10 я обеспечила производством в январе, то сколько мне осталось? 19. Вы посчитали, посмотрите, как равно количество дней минус ту сумму, за которую мы раньше произвели. Но у нас у каждого же товара эта цифра будет разная. Поэтому посмотрите, количество дней в месяце у меня неизменно. Я фиксирую строку, а вот здесь фиксирую столбец, поскольку у каждого товара оно будет свое. Это я рассчитала, сколько дней текущего месяца мне осталось произвести в этом месяце. И мне нужно по-прежнему умножить на среднедневную норму. Это наш бюджет продаж уже теперь февраля, деленный на количество дней в феврале, который по-прежнему фиксируем строку. Но это я поработала, ну вот по товару 1 с 1 по 10. А начиная с 11 февраля я должна производить уже для марта. То есть, вернее, не с 11, а с 19, потому что мне на 10 дней марта нужно же произвести. Правильно? 19 дней работала февральская, а теперь 10 марта. Поэтому плюс наших 10 дней, в которых фиксирую столбец, умножить и теперь на среднедневную норму марта. А это я снова перехожу в продажи март, деленное на количество дней в марте, фиксация строки. И вот эту формулу я могу уже вправо
за исключением декабря мне слагаемое не нужно. И вниз. Да, здесь нули, сейчас мы вниз с вами проставим. У нас же с вами дальше 31, 30, 31, 30. Нет, какой-то месяц. Так, 31, 30, 31, 31, здесь 30, 31, 30, 31. Посмотрите, пожалуйста, вот я сейчас просуммирую наши штуки. У нас 507 510, и здесь просуммирую. Так, подождите, итого, план продаж, товар 7, а здесь у меня, так, где-то ошибка сейчас, бюджет продаж, а мы январский не производили с вами, январский не производили, мы январь сразу с февраля, нам нужно январь прибавить. Вот эти 28 тысяч мы с вами, понимаете, они в декабре должны были начаться производить. Поэтому если я сейчас к формуле прибавлю январь, то у нас цифра должна 535, 510, подождите, 535. Сейчас найдем сумму B15. Так, здесь правильно, здесь... Правильно. 17, 35, 45. Почему тут 31? Тут должен быть только декабрь весь. У меня идет в последнем месяце ошибка. М3. Так, на М3. Как сейчас... Вы знали, то, что на январь следующего года производить? А нет, я удалила. Так, сейчас одну минутку. 31 300 2 104 200. А, все поняла, не закрепила вот здесь столбец, а я строку. Так, здесь строку тоже. Тут на столбец фиксация. Нет, здесь все правильно. Видимо, вот в этой формуле. С3 разделить на С3 строка плюс B14. B14 столбец зафиксирован. B14. Так, а почему же тогда здесь нет B? Так, сейчас поняла. Первое слагаемое в нашем случае. У нас вот здесь ошибка. Так, L3 это у нас оставшиеся. Ребята, С3 у нас количество дней, минус B14, это сколько дней осталось. Вот здесь у нас столбец должен быть. Да, теперь правильно. Иначе у меня дни уходили. Вот теперь правильно. Смотрите, мы с вами... Продаем 355 800 и производим этот же объем. Но по штучкам, посмотрите, у нас с вами совсем разное количество, поскольку у нас произошло смещение наших продаж вперед. Вот как хлеб по маслу мы вперед размазали. То есть мы производство начинаем ранее. Для компаний, которые не производственно, а занимаются торгово-закупочной деятельностью, тоже ведь вам нужно заранее закупить
чтобы, может быть, для вас производят заранее, может быть, на логистику нужно, чтобы успели товар привезти. То есть, на самом деле, посмотрите, вот эту таблицу составить несложно, мы вводим формулу. Главное, что вы должны получить от вашего коллеги не вот эту таблицу, а вот это условие в днях, в неделях, в часах и так далее. У нас есть вопрос от нашего, да, Б14, Сергей, спасибо, подсказывал, вот как раз мне в Б14 должно быть. Спасибо, Сережа, я нашла уже. Коллеги, и таким образом мы приходим с вами к планам. То есть снова мы начали с плана производства. А вот далее посмотрите, алгоритм тот же, как и для всех операционных бюджетов. Определение перечня влияющих на финансовые показатели фактор. Мы только, вот если это производство, то на каждую штуку у нас наверняка есть... Ну, рецепт по-русски, по производству технологическая карта. То есть на каждую штучку нам нужны. Ну, если мы с вами производим стулья, то это нужен металл, ткань для обивки, там ДСП. Если мы с вами трикотажная фабрика, вяжем кофточки, мой любимый пример, то нужна пряжа, пуговки, там фурнитура. Если мы с вами продуктовый магазин, то опять же на изготовление, скажем, некого салата нужны все ингредиенты. То есть, если, опять же, мы те же услуги оказываем, то нужны человеку часы, плюс накладные, плюс там канцелярские и так далее. То есть, посмотрите, мы определяем влияющий на финансовый показатель фактор. Ну, давайте предположим, что к нашим штукам может добавиться некое сырье. И тогда у нас появится использование сырья, шаблон. Коллеги, я приведу очень простой пример. Предположим, килограмм на штуку товара. В жизни таких таблиц может быть много. Там может быть сырье 1, сырье 2, сырье 3, там комплектующие, вспомогательные материалы. То есть какова рецептура, столько таблиц у вас и будет. Мы в рамках нашего семинара рассмотрим буквально одну. И, соответственно, посмотрите, я снова беру нашу табличку, уже в качестве шаблона. Ну, нам теперь не нужны. Ну, и предположим, раз у меня килограммы, вот здесь, посмотрите, мне месяцы могут не понадобиться, если у меня рецептура стабильна. То есть у меня вот есть на товар один нужен, один килограмм. Как вы понимаете, вот теперь и таких табличек у меня много может быть. Сырье, вспомогательное сырье, труд и так далее. Амортизация, иногда бывает электроэнергия на каждую штучку. И посмотрите, путем перемножения наших табличек, то есть произведенных штук на количество сырья, то есть тут вот уже сырье, и так далее. Мы получим с вами уже бюджет производства. Сначала бюджет сырья, использование сырья, бюджет использования труда, бюджет использования вспомогательных материалов. А складывая все эти бюджеты, вот как в случае с выручкой, мы получим бюджет производства. То есть, посмотрите, данный алгоритм у нас всегда будет действовать. Сначала некое планирование в единицах измерения, потом выявление всех влияющих факторов, а потом создание формулы и подготовка бюджета. Если, предположим, мы дальше с вами делаем бюджет логистики, то опять же мы смотрим, а сколько занимает логистика каждого товара? Ведь один товар мы с вами везем из-за границы, скажем, из Китая, и его нужно везти месяц, сырье это. Так понимаете, уже к бюджету производства будет смещение сырья на такой-то период. А какое-то сырье мы закупаем в соседнем подъезде. И тогда оно закупается в режиме онлайн. То есть тогда у нас появится бюджет закупки материалов и так далее. То есть, коллеги, еще раз повторяюсь, алгоритм всегда будет один и тот же. Начинаем с планирования. Не стройте сразу бюджет. Это первое. Второе. Своих коллег, коллег, которые возглавляют центр финансовой ответственности, не просите считать рубли. Просите дать вам либо некие штуки, ну вот как в случае у нас с бюджетом продаж был, а далее
мы просим цену, просим там скидки и перемножаем сами. Либо вот в случае с бюджетом производства вот эти штуки даже не нужны. Мы сами рассчитаем. Нам нужны были вот эти сроки. Нам нужно будет использование сырья, нам будет использование там труда, то есть рецептура. А перемножайте сами. Вы профессионалы. Собственно говоря, это составление операционных бюджетов Microsoft Excel. Коллеги, вот по операционным бюджетам, по данному алгоритму есть вопросы? На следующем слайде посмотрите, я коротко резюмировала использование встроенных функций и что, создание списков вот не показала. Посмотрите, пожалуйста. Очень часто, когда мы составляем наши бюджеты, у нас, вот видите, я бюджетирование вела в разрезе товаров. Мы с вами выяснили, можем вести, и на первом стороне вести я привела по типам клиентам, по номенклатурной группе. Вот было одно из предложений создавать именованный диапазон. Это профессиональное решение. Плюс создание выпадающих списков, то есть чтобы потом при подготовке бюджета вы ни в коем случае не опечатались. Вместо товара 1 не напечатали там товар 2 пробела 1, тогда формула подтягивать не будет. Создание списка, выпадающего списка в Excel делается очень просто. То есть если бы, предположим, я сейчас создавала, ну не бюджет производства, а скажем, сейчас я создам копию, а бюджет закупки материала, сейчас переименую, бюджет закупок материалов, то посмотрите, да, вот сейчас я таблички копирую и все. Но, ребята, когда у вас это в разных файлах и составляют разные отделы, они не могут друг у друга скопировать. Вы должны подготовить им шаблон, предполагающий некую выборку, чтобы не было отсебятины. А то один назовет товар, а второй товар через А, и вы потом будете это исправлять. Соответственно, как только вы создаете шаблон, посмотрите, что нужно сделать. Вот как раз-таки столбец А, то есть там, где наименование, которое вы будете искать. У нас следующий алгоритм. Данные. В группе «Работа с данными» проверка данных. Выбираю тип значения «Список». И в качестве источника указываете тот перечень, который вы закрепили, будь то филиалы, будь то наименования, фамилии, регионы и так далее. Но мы с вами остановились на товарах, поэтому я так... И теперь посмотрите, когда ваш коллега садится, он не может, вот я сейчас захочу сюда какой-нибудь товар вписать, а мне Excel скажет, нельзя этого делать. Поэтому мне все, что останется, это только выбирать вот так из списка, и никаких опечаточек уже не будет у меня. То есть названия будут соответствовать моим имеющимся названиям. Поэтому в презентации первое, что указываю, создание списка для выбора разреза или показателя планирования. В данном случае данные, проверка данных, список. Если владеете на высоком уровне, вот в рамках семинара у нас всего час 20, не могу останавливаться, функции ДВС, именованные диапазоны, то продвинутые пользователи меня понимают, о чем я говорю. Далее посмотрите. Поиск нужного показателя, который влияет при помощи функции ссылок и массивов, это может быть и индекс, и поиск позиции, ВПР, КПР, в зависимости от того решения, которое вы практикуете. ВПР удобно использовать, когда параметр не меняется. Вот индекс, когда у вас он меняется во времени, то, что вам тогда нужно и строку искать, и столбец. А если столбец не нужно искать, то есть ну, в одном столбце, тогда ВПР достаточно. Он ищет ваше название, столбец у вас второй. То есть это, если это скидка, если, тогда можно попроще ВПР использовать. И если есть зависимые коэффициенты, то логические функции, как мы с вами сказали, если и или. И Excel облегчит вам задачу. Он сам посмотрит, соблюдается или нет это условия. Еще раз повторюсь, у вас условия могут быть разные. И количество продаваемого, и название клиента, если с такой-то буквы, то скидку даем, и регион доставки, и условия оплаты, то есть все что угодно. Везде функция «если» или «вам помогут». Если вопросов по операционным бюджетам нет, можем тогда перейти к следующему вопросу. Он у нас звучал «Взаимосвязь операционных бюджетов и построение сводных».
Соответственно, к операционным бюджетам относятся бюджеты всех центров финансовой ответственности, которые у нас с вами есть. И вот теперь вот представьте, в результате кропотливого труда у нас с вами появился и бюджет продаж, и бюджет производства, бюджет закупок, бюджет там вспомогательных подразделений, там управленческие, коммерческие расходы. Все они есть. Вот теперь время нашей сольной работы. Собственно говоря, к сводным бюджетам у нас с вами относятся бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств и расчетный баланс. Собственно говоря, с чем они связаны? Они связаны с операционными бюджетами, которые мы сейчас в первой половине нашего занятия рассмотрели. Посмотрите, их может быть много. Я привела только те, которые есть у всех. В жизни у вас их будет намного больше. На что хочу обратить внимание, прежде чем перейти к пункту 1, к основным бюджетам, это заключительная часть работы по бюджетированию, у нас с вами должны быть в наличии не только операционные бюджеты, но и все еще вспомогательные бюджеты, ну тут может быть план капитальных вложений, кредитные. Чем вспомогательные отличаются от операционных? За вспомогатель нет центра финансовой ответственности, который отвечает за данный показатель. Но деятельность предприятия требует выполнения этой функции. Ну, представьте, если это торгово-закупочная фирма, ну, откуда у нее подразделение, отвечающее за капитальное вложение? Нет, директор вам сказал, так, видим, прибыль есть, будем закупать, закупим оборудование, может быть, закупим некие основные средства. В данном случае составляете вы на основе некоторых данных, потому что потом вы не сможете ни баланс составить, ни ПДДС грамотно. Также могут потребоваться специальные бюджеты. Как правило, они все расчетные, посмотрите. Опять же, нет некого центра финансовой ответственности, который отвечает за показатель, но рассчитать вам нужно. Соответственно, посмотрите, это мы определили список бюджетов и выяснили, что к основным бюджетам у нас будут относиться три. Бюджет доходов и расходов, ну, если говорить о бухгалтерских аналогах, раньше это назывался отчет о, доход, о прибылях и убытках, сейчас отчет о финансовых результатах, то фактически мы готовим аналог в управленческой отчетности. Давайте посмотрим, каков алгоритм. Бюджет доходов и расходов всегда составляется на основе итоговых строк ранее составленных операционных бюджетов. То есть, как это выглядит? Посмотрите, если бы я сейчас у себя в Excel составляла бюджет доходов и расходов, ну, я так назову БДР, то посмотрите, разрез месяцев я возьму, чтобы сейчас заново не вставлять. А вот теперь в большинстве случаев я рекомендую придерживаться фактически аналога бухгалтерской формы, мы должны с вами, как вы помните, отчет о прибылях и убытках, либо сейчас это отчет финансовых результатов, начинается со строки «выручка». Я тоже поставлю «выручка». А где я ее буду брать? Вот теперь для бюджета доходов и расходов мне не важны филиалы, товары, номенклатурные группы, тарифы, которые определяют, сколько гигабайтов, а мне нужна только итоговая строчка. Поэтому выручку я перенесу из бюджета продаж как итоговую. И никаких формул. Соответственно, следующая строка у меня будет уже себестоимость. И посмотрите, снова никакой отсебятины. Я здесь буду нашу себестоимость, которая как раз-таки будет состоять. Производственные там вот расходы, там и сырье, и труд, все вот это войдет уже. Сейчас у нас не все бюджеты, поэтому я не могу перенести, но мы будем сумма итоговых строчек, которая у нас накопилась. Далее будет у нас идти с вами термин «валовая прибыль». Здесь у нас будет формула. Ну, все знают, соответственно, будет выручка минус себестоимость. Управленческие, коммерческие расходы мы снова берем итоговые строки соответствующих бюджетов. Далее, прибыль от продаж – это валовая прибыль, минус коммерческий, минус управленческий. То есть, посмотрите, чем отличаются сводные формы. Вот если мы с вами до этого вспомогательные таблицы различные делали,
то теперь мы не делаем никаких цифр ручками, не вносим. Мы ссылаемся только на итоговые строки операционных наших, ну, либо вспомогательных, либо специальных бюджетов. То есть только на ранее составленные бюджеты. Вот таким образом и объясняется строчка. Только на основе ранее составленных бюджетов. Если есть некая строчка, которую вам взять негде, значит, вы еще не все бюджеты составили. Не вносите в ПДР пальчиками. Сначала составим табличку и только потом итоговую цифру перенесли. Если говорить о бюджете движения денежных средств, то посмотрите, да, мы смотрим операционный бюджет, но теперь добавляется важный фактор. Ни в коем случае, если я сейчас буду составлять БДДС, простите, ну, предположим, я вот сейчас скопирую, и теперь назову БДДС, то моя выручка, теперь это будет, так, здесь у меня бюджет доходов и расходов, а здесь у нас бюджет движения денежных средств. То посмотрите, моя выручка не равна с точки зрения бюджета движения денежных средств вот этой сумме. Затем редким исключением, когда все оплаты идут в режиме онлайн. То есть если мы розничная точка, приходит покупатель и производит, и тут же покупает и забирает. Очень мало организаций в современном мире работают на условиях стопроцентной предоплаты и одномоментной отгрузки. Берет только розничные сети. У большинства предприятий есть некие условия оплаты. Ну, представьте, если мы с вами работаем на рынке B2B, то есть на рынке юридических лиц, то есть продавая сложную некую технику, оборудование или оказывая услуги, то, скорее всего, у нас есть условия оплаты наших покупателей. Да, вполне возможно, некая сумма предоплаты, а потом по завершении работ там оплата, может быть, отсрочка платежа, а может быть, мы берем авансы. То есть, если мы работаем по заказу, то нам сделали заказ, заплатили некий аванс, мы приступили, момент готовности продукции, наступило завершение. Вот тогда выручку сейчас в бюджете движения денежных средств, как поступление денежных средств, я не могу отобразить. Мне требуются условия. Поэтому вот здесь, как правило, для составления БДДС требуются специальные бюджеты. Ну, предположим, вот я сейчас назову лист СБ, специальные бюджеты, и, скажем, расчет, подготовлю таблицу, расчет поступлений от покупателей. В рублях, конечно. И посмотрите, я возьму наши параметры и как же мне рассчитать, а мне нужны условия. Давайте предположим, что у нас, у вас могут быть потоварно. Вот если бы у вас было потоварно, что вот этот товар мы продаем только на условиях 100% предоплаты, вот на этот товар даем отсрочку платежа, то у вас появится дополнительная таблица по условиям. А я, предположим, представлю, что мы все товары продаем, но, предположим, у нас 30% предоплата. Дайте-ка я вот так сейчас придумаем что-нибудь. Скажем, аванс. А 70% отсрочка платежа 1 месяц. У вас условия могут быть самые разные, коллеги. Причем они могут быть разные по клиентам, могут быть разные по товарам. Суть от этого не меняется. И, собственно говоря, тогда данная таблица у нас расчетная, а условия, которые нужно ввести, вот они. И тогда посмотрите, сколько денег я получу в январе.
а в январе я получу не всю выручку, а только 30%. То есть в режиме онлайн я буду получать только 30%. Тогда посмотрите, я наши 30% умножаю на нашу выручку из БДР, итоговую. Это вот те суммы, которые я получу в режиме онлайн. А 70% я получаю на следующий месяц. Соответственно, у меня второй платеж, ну, если мы рассматриваем стартап, если у меня были долги из предыдущего года, то мы бы это учли. То 70% и снова я умножаю на январь. То есть, видите, у меня суммы сместились. Да, в итоге я получу ту же самую выручку, мы сейчас проверим, 355 800. Но видите, теперь у меня вот так они смещены по диагонали. У вас таких платежей может быть и 3, и 4. Если же ваши покупатели платят аванс, ну, предположим, знаете, вот по заказной предприятии они иногда как работают, что мы там за 3 месяца 30%, за 10 дней до отгрузки там еще 60%, тогда вот эта диагональ, наоборот, у вас будет вперед. То есть мы деньги получаем раньше. И, соответственно, в БДДС, то есть бюджет движения денежных средств, мы суммы берем. Посмотрите, написала, основе операционных бюджетов с учетом, будь то условий оплаты, будь то условий поступлений, оплаты покупателей. Соответственно, посмотрите, в данном случае тогда выручку я переношу, ссылаясь не на операционный бюджет, а на специальный бюджет, где я рассчитала. И у меня денег, в моем примере, поступает меньше, чем выручка. Потому что, посмотрите, вот эта сумма попадает, 21 тысяча, уже на январь 2017 года, это будет, как вы понимаете, дебиторская задолженность. А если были бы у меня авансы, тогда бы это была кредиторская задолженность. Аналогичные таблицы специальные будут составляться и для оплаты поставщикам. Потому что мы поставщикам можем платить как авансы. То есть посмотрите, здесь у нас себестоимость одна, а оплата это не означает, что мы все эти расходы оплатили. Ведь мы могли оплатить больше, если мы платим авансы, и могли оплатить меньше, если поставщики дают нам отсрочку платежа. Поэтому в БДДС всегда мы отображаем влияние данных факторов. У нас есть вопрос. У вас штуки, говорит Николай. Так, сейчас абсолютно правильно, Николай. Спасибо, конечно же. Конечно же, рубли. Спасибо. Радует, когда слушатели, особенно в режиме вебинара, бдительные, они просто ходят где-то, включив запись. Соответственно, все наши дальнейшие оплаты будут идти именно с учетом условий, сколько мы фактически денег оплачиваем. Поэтому посмотрите, наши презентации я пишу следующим образом, что бюджет движения денежных средств мы составляем на основе операционных бюджетов, безусловно, но с учетом условий оплаты расходов и затрат, то есть мы можем как платить, предположим, за аренду аванс, а за сырье нам отсрочку дают. Зарплату мы всегда платим по следующим месяцам, так же, как и налоги. Когда у нас будет смещение идти как вперед, так и назад по месяцам. При помощи подготовки специальных бюджетов. Как они готовятся, мы сейчас с вами на элементарном, конечно, примере рассмотрели. В жизни это все будет намного сложнее. Если же говорить о прогнозном балансе, то посмотрите, он формируется теперь на основе, опять же, ранее составленных бюджетов. И у нас будет формула «стоимость для активов». Стоимость актива на начало периода плюс стоимость приобретенных активов минус стоимость потраченных. Обратите внимание, не израсходованных, а потраченных. Почему потраченные? Ну, посмотрите, если у меня на складе было сырье, то да, часть сырья у меня вошла в себестоимость, но это только отгруженная продукция. А ведь часть сырья у меня превратилась в незавершенное производство. Часть незавершенного производства потрачена, не израсходована, а потрачена, превратилась в готовую продукцию. Поэтому именно потрачено. Если я сырье потратила, неважно, вошло оно в себестоимость или нет. У меня может быть в активах перемещение, то есть у меня сырье переместилось в незавершенное производство, незавершенное производство переместилось в готовую продукцию. Ведь себестоимость у нас попадает только те расходы, которые связаны с выручкой. Поэтому именно потраченные активы. А в части пассивов стоимость пассива на начало периода плюс стоимость увеличения пассива, ну,
Ну, предположим, посмотрите, была у нас задолженность перед персоналом на конец месяца. Она всегда у нас есть, поскольку мы 10-го. Далее мы смотрим, насколько увеличилась, то есть новая начисленная зарплата минус стоимость уменьшения, а сколько мы выплатили в течение месяца. И у нас новый пассив сформировался. Это будет абсолютно по всем пассивам идти. То есть основное правило основных бюджетов в том, что мы ничего пальчиками не вводим. Мы ссылаемся только на ранее составленные формы. И вот как раз-таки расчетный, он же прогнозный баланс, составляется последним, поскольку нам нужен БДДС. Мы смотрим, а сколько мы по факту оплатили, чтобы понять, а у нас появилась либо задолженность перед нами, дебиторская задолженность в активах, либо наша задолженность, тогда это идет в пассивы. Поскольку нам важно не только наши расходы будут, но и фактически оплаченные суммы. И тогда мы с вами подготовим нашу третью форму. Прогноз. Прогнозный баланс. Ну и в завершение нашего курса у нас осталось буквально несколько минуток. Хочу остановиться отдельно на советах по автоматизации нашего процесса бюджетирования. На что обратить внимание? Для операционных бюджетов, как мы с вами сказали, очень важно использовать данные планирования. Не начинайте с рублей, с бюджетов, а именно данные планирования в неких единицах измерения. У каждого предприятия они свои. Обязательно формируйте влияющие таблицы. То есть если у нас есть сырье, то это рецептура, то есть технологическая карта. Если это условия оплаты, то это карта оплаты покупателя, условия. И важно, что все используемые вычисления коэффициентов вносите в отдельные ячейки. Почему? Потому что, посмотрите, если, предположим, ну вот при специальном бюджете, я бы не вот сюда 30,70% внесла, а вот многие знаете, что делают? Вот тут ставят выручку умножить на 0,3, а здесь на 0,7. Тогда, когда вы столкнетесь с бюджетированием в следующий раз, или условия изменятся, вам придется искать все формулы, где вы это 0,3 набрали, и менять. Я вас уверяю, скорее всего, вы что-то пропустите. А сейчас, когда я вынесла это в отдельный коэффициент, на следующий год стали у нас показатели, скажем, 40% и 60%. Я поменяла две ячейки, все формулы, в которых я ссылалась, как видели, пересчитались. Поэтому важно все коэффициенты, которые вы вводите в отдельную ячейку, не в формулу в виде цифры. То же самое, если, помните, когда я готовила бюджет производства, дни, не в формулу, а в отдельную таблицу. Если вот у нас скидка, опять же, в отдельную ячейку показатель, не сюда я умножить на 0,9 скидка, понимаете, а именно в отдельную ячейку, тогда вы сможете уверенно автоматизировать свой процесс. И в дальнейшем вы меняете только те ячейки, которые служили условиям, а бюджет считается сам, а вы с удовольствием тратите время на более приятные, комфортные вам вещи. Следующее правило, посмотрите, для построения сводных бюджетов, а мы с вами выяснили, это бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, прогнозный баланс, не вводите данные вручную. Используйте только ранее составленные формы. Если нужных вам там нет, значит готовы еще не все бюджеты. Вернитесь на момент раньше, составьте бюджет и тогда перенесите итоговую строчку. Ну и последний совет, который хочу дать, очень важно для автоматизации в дальнейшем. Возможно, автоматизировать полностью процесс бюджетирования с первого раза не удастся. Первый раз самый трудный. Используйте все те шаблоны, которые вы уже создали, постепенно меняя формулы на более сложные. Сейчас я пальчиками искала ячейки, думаю, а что ж я в будущем буду, знаете, как старик репку тянем, потянем, чтобы скопировать, тянуть эту формулу. А можно ли ее упростить? Можно. Вот, да, вот теперь формулы массивов, вот теперь именованные диапазоны. И с каждым годом ваши бюджеты становятся чуть сложнее, и ваша ручная работа начинает сводиться к минимуму. Мы ввели исходные данные, которые нам принесли, и получаем результат. Более того, упрощается процесс защиты бюджета. Скажем, я с таким бюджетом пришла, будь то на совет директоров, либо к руководителям, он говорит, а если мы вот здесь вот так, мы поменяли те ячейки, которые я желтым закрасила условия, и тут же говорим, а если так, то прибыль будет такая. Он, а если вот так, а если мы условия оплаты изменим?
не 30 на 70, а 40 на 60. Хватит нам ли своих денег, если мы увидели кассовый разрыв? Мы поменяли одну ячейку, у нас все считается. Мы теперь не говорим, о, вы что, нам неделя нужна на новые расчеты. Мы быстро играем в игру «А что если?». Конечно же, тогда мы выглядим профессионалами, поскольку мы быстро и корректно, и главное, профессионально отвечаем на поставленные вопросы. Ребята, в рамках нашего курса, он у нас занял всего вот 2 академических часа, то есть час 20, одна студенческая пара, мы рассмотрели только особенности бюджетирования. И, конечно же, это маленькая толика того процесса, который многим из вас предстоит. Если вам эта тема показалась интересной, то, пожалуйста, у нас есть такой курс, на котором эти вопросы освещаются подробнейший. Курс длится 32 академических часа. Курс называется «Основы управленческого учета и бюджетирования». Ближайшие даты вы видите на экранах. Преподавателей помимо меня у нас много. Есть еще 4 преподавателя, которые ведут данный курс. Все преподаватели являются профессионалами, практиками. Ближайший курс стартует 17 мая. Это программа выходного дня. Как раз-таки в комплексе «Таганский», то есть здесь по воскресеньям. Если вам программа выходного дня неудобна, то можно ежедневно, утро, день – это те слушатели, которых как раз-таки организация отпускает на обучение. Как раз тогда вести буду я, здесь же в комплексе «Таганский», это с 19 мая. Если же данная форма вам не подходит, то у нас есть форма очно-заочного обучения, которая, когда в течение недели вы можете посмотреть материалы, в удобное для вас время позаниматься и, соответственно, в субботу прийти вот буквально на 3 часа, побеседовать с преподавателем, задать вопросы, если такие возникли. В комплексе «Полежаевский» будет проходить с 30 мая в режиме очно-заочного обучения. Ждем вас на наших курсах. А все, что мне осталось у вас спросить, есть ли у вас вопросы по тем темам, которые мы рассмотрели? У меня вопрос касательно НДС еще все-таки. Мы на основе операционных бюджетов составили бюджет ПДР. НДС, посмотрите, у нас НДС всегда в рамках каждого операционного бюджета. Сейчас мы рассматривали упрощенно, правильно, посмотрите, когда я составила у нас с вами бюджет продаж, то есть рассчитала всю номенклатуру, то потом я рассчитываю, что наша выручка, наша без НДС вот такая, в том числе НДС вот такой. И, соответственно, в БДР мы перенесем цифру без НДС. То же самое с каждым операционным бюджетом, где у нас наши расходы. Часть у нас, ну, предположим, зарплата там не подразумевается НДС, там будут начисляемые налоги. А вот, скажем, при закупке сырья мы снова будем в том числе входящий НДС вот такой, чтобы у нас потом появился специальный бюджет, бюджет уплаты НДС, но это как разница между входящим и исходящим и так далее. В данном случае, вы знаете, в рамках часа еще особенность налогообложения, абсолютно правильный вопрос, и у нас есть вопрос еще от наших слушателей в режиме вебинара. Так, ну здесь благодарности, а не вопросы. Спасибо, коллеги. В аудитории есть еще вопросы? Коллеги, в таком случае мне осталось вас поблагодарить за участие в нашем семинаре. И материалы сейчас распределю слушателям очным. Сейчас я на ваши парты сброшу, вы сможете взять. Коллеги, которые были в режиме вебинара, вам отправлю на электронную почту. Спасибо за отзывы, Оксана, Ольга, Сергей, спасибо большое. Я запись вебинара останавливаю и еще раз благодарю вас за участие в своем курсе.